Так, вот подъехали игроки в гольф, и я так поняла, они не на одном поле сидят, а они перемещаются. То есть вот они на одном поле сыграли, и потом на своих машинках маленьких едут на другое. Там сыграли лунки, потом на другое. Так вот по кругу, ну тут огромная территория. Вот я сейчас дальше еще пойду, тоже попоказываю. Я тут слышу звуки слонов. Тут где-то рядом их, видимо, держат, содержат. Только вот, вот эти их носовые. Вообще, конечно, что-то невероятное. Тенькие лавочка, прям в такой укромный уголочек, конец сада.